государственного, областного, городского бюджета. Сегодня мы стоим у главного управления Миндохода в Одесской области. На протяжении многих лет мы обращались к руководству области, руководству правоохранительных структур Одесской области с тем вопросом, что огромные суммы, сотни миллионов гривен ежегодно уходят мимо бюджета в различных уровнях. На нас не обращали внимания. Сегодня руководство страны заявило, что бюджет государственный сегодня в дефиците порядка 30 миллиардов гривен. На следующий год планируется бюджет с дефицитом порядка 50 миллиардов гривен. Руководство страны судорожно ищет по всему миру кредиты для содержания, в том числе и вот этого здания, тех чиновников, которых расплодили сегодня мы с вами в Украине. Сегодня весь мир отказался кредитовать государство Украину. Почему? Потому что в Украине создана теневая экономика, которая готова, если перевести ее на нормальное налогообложение и действующее в соответствии с законодательством, обеспечить все полностью программы и социальную защиту всего государства и населения всего страны. Сегодня мы доказываем, что в Одесской области те структуры, которые называют себя хозяевами рынка, не сплачивают налоги в различные бюджеты, город, область, страна. И покрывают сегодня, как мы уже выяснили, и говорим об этом открыто, руководство главного управления Миндохода в Одесской области. Мы неоднократно обращались, что рынки, Привоз, Суткес, Драконы, Большой остров, платили предприниматели огромные средства наличными, без договорных условий, договоры с ними не заключались. Мы обращались к прокурорам области, города, прокурорам Приморского района. Никто нас не слышал. Сегодня страна стоит на пороге экономического кризиса. В это время, вы видите, у нас дорогие автомобили ездят по улицам. Одни из самых дорогих автомобилей по нашим улицам в нищей стране, где основная часть населения находится на черте нищенства, бедствует. Сегодня наши чиновники таким образом обеспечивают всего безбедное будущее и безбедное будущее своих детей. С этим необходимо бороться. И мы вышли, заявляем об этом открыто, что мы не будем молчать и будем требовать привлечения к уголовной ответственности тех сотрудников Главного управления Миндохода в Одесской области, которые незаконно проводили проверку на авторынке «Успех». В результате того, чтобы наказать предпринимателей, которые действуют в правовом поле, которые добиваются введения правового поля для сотрудников налоговой инспекции. Сегодня нас так называют Министерство доходов. Какое же это Министерство доходов, если эти доходы уходят в сеть? Уходят коррупционерам, в том числе и коррупционерам в погонах. Мы не будем это молчать. Сегодня вы видите здесь флаги не только Украины, не только авторынка «Успех», но и флаг Украины, который требует введения европейских норм управления государственных вопросов в Украине. Это не обязательно присоединение к Европе, не обязательно присоединение к таможенному союзу. Это нормы европейские, демократические, введенные здесь, в стране, для того, чтобы наши люди жили по европейским меркам. Обращаюсь еще ко всем гражданам Одессы, ко всем родителям. Когда вы платите в школу, дошкольное учреждение, за содержание школ или детских садов, когда вы обращаетесь в больницу и платите за лечение, это нарушение Конституции, потому что по Конституции у нас образование и медицинское обслуживание бесплатно. Но мы везде столкнулись и привыкли уже с тем, что бюджет не имеет средств. Об этом нам заявляли городские чиновники, об этом нам заявляют чиновники государственной областной администрации. А деньги есть, оказывается. Мы лично, представители гражданского движения, приносили налоги, которые собирать должны со вторых всех. С рынка «Привоз» приносили бывшему городскому голове Алексею Костычеву. Обращались к депутатам Одесского городского совета навести порядок на рынках Одессы и Одесской области. Начать зарабатывать бюджет деньги. Хватит жить в долг. Мы все сегодня должны не одну тысячу долларов за все кредиты бездарно взятые нашим руководством.
всем вам, подумайте об этом. Сегодня деньги необходимо зарабатывать. Деньги, которые есть в Украине, деньги, которые есть в Одессе, должны работать на нас, на нашу страну, на наше будущее. Района хотел сдать пенсионный отчет ежемесячный, как у меня есть наемный работник. Вот. Хотел его сдать в бумажном виде. У меня этот отчет не приняли ни при каких обстоятельствах, то есть заставляют людей сдавать в электронном виде. То есть для этого человек должен был свое время получить электронные ключи, вот, оформить соответствующие документы и сдавать отчеты только в электронном виде. Снова же, в государстве, допустим, в нашем или в том же налоговом кодексе, нет ограничений, как человек будет сдавать отчет. Я вижу тут, что это делается принципиально для того, чтобы предпринимателя можно было потом оштрафовать, и таким образом, то есть, они начнут наполнять бюджет за счет штрафных санкций против предпринимателей. То, что по поводу ситуации на авторынке «Успех», то ситуация следующая. Мы уже не один год платим, люди платили в названную администрацию, в которой не соответствующие документы надлежащим видом не оформлены, выдаются. То есть в любом случае выдается, в лучшем случае, листочек бумаги с надписью «Оплачено». То есть это никакой не кассовый чек, не ордер приходный. То есть это просто люди собирают деньги налом, которые ложат потом себе в карман. Таким образом скрываются доходы, то есть это налогообложение. Хотя на самом деле предприниматели, все мы, которые работают нормально, то есть у нас у всех проплачены патенты, пенсионные фонды. Допустим, если взять лично я, то только, допустим, ежемесячно 870 гривен – это пенсионный фонд, еще было 230 гривен – это ежемесячно, это налоговое. Нет, это я имею в виду то, что мы официально платим, и это действительно государство. А то, что неофициально, суммы там порядка очень большие. Примерно с торгового места, так, если взять по-скромному, от 1000 гривен там и поболее, и 1500 из торговые. То есть так, которые люди платят. То есть на сегодняшний день я знаю, что цена дошла даже и до 4500 гривен за точку. Это никуда не... Нет, конечно. Просто на сегодняшний день юристы, так сказать, этой администрации, уже администрации, у которых недействительные документы, у них есть документы, они недействительные, они на сегодняшний день мотивируют это повышение тем, что им подняли аренду твердого покрытия. Им никто ничего не поднимал, потому что они платят 20, как он озвучил, это 22 тысячи гривен. А как вообще происходит оплата? Вы туда приходите? Нет, все носят сами, добровольно, принудительно, потому что если ты не принесешь, тебе отрежут свет. Или же будут угрожать всевозможными вариантами, то есть будут давать торговать. Будут договариваться с налоговыми службами, которые будут тебя штрафовать, контролировать. Давление происходит всевозможно. Это непредсказуемое, но и в то же время предсказуемое. Естественно, работаем в поваре с теми чиновниками, которые ведут нечестный образ жизни, то есть им приносят с этого... Я поняла. Извините, если это лжеорганизация, то есть, что была организация, которая у нее будут документы, да, то есть чего еще? Конечно. Мы хотим, чтобы это были документы, выданные специальной организацией. У нас есть существует такая организация, которая это не будет ксероксы дубликатов, как они предоставляют в судах, и мотивирует этим как настоящие бумаги. То есть все имеет свою цену. Я думаю, что обязательно, конечно. И мы платили, и это все у нас попадало в бюджет. То же самое, что вот говорил, допустим, представитель за всю Одессу. Чтобы это как-то уже контролировалось, а не просто оно рассадилось по определенным кармашкам, а львиная доля доставалась человеку, который все время в тени, по фамилии Матвеев. Вам установлен, я в такой, я кому сдастся забезпечить функции державного контролю за
страховку за всю Одессу. А сейчас приглашаю всех представителей средств массовой информации, противницы с нами, главное управление Миндохода в Одесской области для вручения коллективного обращения руководителя данного